Всем доброе утро. У нас дубль 2. Кто хотел видеть меня не накрашенную? Сейчас вам могу показать самую соль, самый сок. Не накрашенную с утра прям с постели. К нам приехала машина с землей. Сейчас землю скидывать будет. О, зелок. Влезет? Должен, по идее. Давай. Стоп. Вплотную. Давай еще. Памятник мне потом вот за это. Да. Я думаю, что это не спасет. Вряд ли ты это спасешь. Мамочки. Лопату надо еще. Лопату? Вот такая кучень получилась. В общем, хрень какую-то привезли, если честно. Больше у них заказывать не будем. Вовремя не смогли привезти. И привезли не совсем то, что просили. Как-то так. Вон уже раскидывают землю. Раскидали там кучу из глины, теперь земля. Надеюсь, сегодня успеют. Едем сейчас с Димкой в магазин за мясом. Кто-то будет делать шашлык сегодня. Будешь? Нет, ты будешь. Я не умею. Ну, здесь все нормально. Шашлык не женское дело. Шашлык мужской. Будем нарушать стереотипы. И нам привезли, блин, не землю, нам привезли почти чистейший навоз. Ну, почти чистый. Так что у нас теперь такие запахи. На участке, надеюсь, что они скоро выветрятся. Вот. Ну и газон, видимо, будет со стебельками с нашей головы. Ой, блин, кошмар какой-то, ладно. Значит так, у нас никакое дело не проходит гладко. Обязательно случается какая-нибудь фигня. Куча народу? Да. Да. Мы в Михнево. Блин, проехала я съезд на поворот на наши газы, на ближайшие. Пришлось ехать в Михнево. Это судьба. Блин, а нет, мне показалось, очередь стоит опять от самого входа. Да. В курином домике в этом. Купили филе бедра куриные, горчичку. Красота. Пахнет, правда, но красота. Димка говорит, я вообще-то приехал воздухом подышать, загородным. Ну вот, дыши. Ой, жесть, конечно. Кайф. Кайф, запахи. У вас обмен? Здесь Люба вам землю, а вы ей вот эту? Бартер. С Василием Ивановичем хотели махнуться. У него пыль там. Просто пыль. А, понятно. Нет, пыль не надо, надо землю. А ей навозику. Да, прикол. Вышли из положения. Обмен. Он дед Люба на тачке себе возит, а нам землю привозит. Ой, блин. Машка там. Че, серьезно? Трудолюбие ребенка, а что такое? Да папа говорит, там Маша землю насыпает-то. Да вот Люба тачку уже принесла, сказала, что это насыпала Маша. Прикол. Пойду посмотрю. Давай. Иди туда, да, а я здесь. Ой. Дорожки потом как отмывать. Ну шо, как?
Прикольно. Ты знаешь, оказалось нормально, Ал. Сначала я думала это не засыпать, а потом думаю, да нет, это надо ровнять. Нет, надо все засыпать. Ты знаешь, у меня какая идея, я с тобой не посоветовалась. Какая? Клубнику вот оттуда, некуда пересаживать. Ты будешь против, если я здесь сделаю вот такую узкую грядочку под клубнику подмашину? Ну, делай. И она вся туда поместится. А она здесь будет всегда? Ну, хоть ягоды ребенок в этом году поест. Нет, ну, давай. Нет, не всегда. Мы же стол хотели сюда. Да, я вот об этом и спрашиваю. Да, нет, не всегда. Ну, мы стол можем и вот так поставить, и вот так, как угодно. Я поняла. На него места-то хватит. Потому что я вот тут хотела посадить. Ну, видишь, тут уже есть загородка. Угу. Клубнику вот потыкать в два рядочка, а то ну куда она? Ее да. Некуда девать оттуда. О, Марьюшка идет. Ой! Здрасте, девушка! А где панамка? Что такое? Солнце. Господи. Кстати, панамка где-то в сумках. Наташа звонила, что у них там дождь собирается и тучи. Прекратить ругаться сейчас же. Я скажу, не ругаюсь, я скажу, как старшая. Старшая. Говорю ему. Я как старшая сестра. Потому что она же слышала, что я уже говорила про это. Женя, ты работаешь или занимаешься ерундой? А? Труженики. Сейчас пойдешь. Тыла. Вместо работы обедать и спать. Труженик. Потому что надо или работать, или как? Или как? Или работать, или обедать и спать. Тихо, господи. Точно. Да, карапузы. Карапузики. Мася, аккуратно. Да что там она аккуратно, она молодец. У нее дело двигается, а это... Ну все, а вот это вот остается. Там в парник кое-что маме нужно будет подложить. Так что да. Но это не целая куча, вот это вот белым покрыто, это песок. То есть, по факту, вот этого вот навоза земли, я же не знаю, как это назвать, перегнать, что это такое. А его там чуть-чуть совсем, то есть он с той стороны просто, с той стороны кучи. Все, сейчас прольем здесь из шланга все то, что раскидали и выровняли. Потом посеем клевер, и все, нужно будет следить, как он всходит и стричь часто-часто. Ну что, они там у Любаньки, у тёти Любы. Под руководством тёти Любы работают, там тачки насыпают землей. Оба мелких наших. Слышь? Так, сейчас, извини, пожалуйста. Не там? Да. Угу. Ой. Тётя Люба же бывшая воспитатель детского сада. Она их там быстро организовала. На помощь? Да. Правильно, чё? Прикольно, да? Угу. Такая толстенькая. Слушай, кстати, может быть, это под какие-то большие крупные куски мяса. Может, это неплохая идея. Ну, в целом, можно, наверное, сюда набросать, знаешь, просто мясо. Оно у тебя пригорело, ты его встряхнул, да, и перевернул. Ну да. У нас просто мы обнаружили, что у нас ни одной нормальной решетки нету. Они у нас случайно перезимовали на улице, так что теперь там... Превратились в ржавые решетки. Да, из решеток ничего не осталось. Надо что-то выбрать. А, тихо, салфетка. А это что? Под рыбку. Да ладно, мне кажется, это под сосиски какие-то. Нет. Решетка-гриль для запекания сосисок, колбасок, шпикачек и что-то там еще. Она такая волнушка мне идет. Не права, нет, под рыбку. А она тебе нужна? Нет, конечно. Мы же сосиски не брали. Мне нравится, что решетка мелкая. Не будут крылья вылазить. А вот это под рыбу. Да, но если это... Да, это та, которую... Да, это та, которую мы спалили. Что, она тебе нравилась? Она... У нее вот эти кольца. Вот эти вот здесь. У нее нет колец. Вот это похоже. Это просто похоже. Ну, похоже, но она все равно плотная. Угу. Вот в чем дело. Вот это точно? Думаешь? Точно. Она плотная, потому что... Это вот, на... будьте это... здоровы. Будьте здоровы, да. Это на небольшие порции просто. А это? Ну, это нет. А это вставляется? Да. Выше, ниже. Обычно из нее все вываливается, практика показывает. Да. А они все такие? Мне кажется, подожди. Вот это вот тоже такая? Да, тоже такая. Они одинаковые. Мне вот это понравилось очень. А только подо что ее, я не знаю. Давай почитаем. Решетка гриль объемная для кусочков. Предназначена для приготовления различных мясных блюд. Зато она маленькая, в нее накидал все.
Да, тут я боюсь, что она по ширине на шмонтал не встанет. И она с вот этими штучками ее положить можно. Да, но я говорю, вот эта вот ширина, она... Нет, встанет, мне кажется. А вдоль не встанет разве? Вдоль точно. Вдоль точно? А померь ее вон с той решеткой. Может, так кажется просто? Ширина, надо иметь. Они одинаковые, Дим. Вон, она даже короче, чем эта, чем черная. Во. Угу. Ну что, попробуем? Две? Да, половину здесь сделаем, половину здесь. Давай. Обкатаем. Давай. Берем 480 и здесь с маркером тоже 375. С деньгами каждый дурак может. Ребята, день сегодня нервиковый просто. Ой, блин. Куча дел, просто куча. И ни одно дело не идет гладко сегодня. Высыпали в итоге весь этот навоз на место газона. И сейчас мама там еще покупает 32 мешка перегноя. Рассыпят сверху его. Короче, сегодня что-то все через попу. Все через одно место. Нервы, 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 нервы. Как смогли, помыли отмостку здесь нашу. Ну, терли щетками. На шланге включали даже струю сильную. В общем, что-то как-то вообще никак. Дождями мыться будем, видимо. Ну, обещали дождь с порошком. С порошком. Ой, да. Ну вот здесь еще вроде ничего рядом с домом, так, более-менее. Остальное, ладно. Да, вот так вот. Вот, тут три мешка. И там, ну короче, в общей сложности 34 мешка получилось. Во. Чего? 34 мешка получилось, говорю, в общей сложности. Это вот то, что ребята отдали? Да. 34 мешка настоящего ба лежит. Нет, на этом это еще... перегной. А, ну да, вот это тоже. А настоящего ма 5 кубов. Да. Нормально. Блин, я вот единственное, что подумала, рядом с колодцем-то мо раскидали. А вы это все прольете хорошенько? Я только сказал, что водичка у вас хорошая. Да, вкусная. Будет еще вкуснее. Ням-нямка. Привыкай, это дача. Нет. Дача. Я с тобой бутилированную буду водить. Дача, насос, вкусно. Насос глубоко стоит. Да, да, насос на самом деле стоит глубоко. Ну, так и это, наверное, глубоко будет проникать в почву. Сейчас решила подогреть себе супчик, а то все уже обедали, а я еще нет. Когда все обедали, я не хотела. Что-то мне как-то так. Не хотелось обедать. Вот, сейчас подогрею супчика, посижу немножечко спокойно, а то мы сегодня носимся как ураганы. И пойдем дальше работать, потому что нужно все эти мешки теперь будет раскидать. Теперь уже самим. Ой, сейчас. И пить очень хочется. Ой. Димка тут уже шашлычок приготовил, курочку замариновал. Он сейчас тоже немножко почитает книжку, я посмотрю фильм, очередную серию «Дневников вампира», пока кушаю. И снова в бой. Да, сегодня день что-то у нас какой-то нелегкий, учитывая, что все идет через то самое место. И теперь еще и муха влетела, блин. Ёж. Папа уже загнал свою машину, а я еще нет, так что... Пошли за машиной. Папа сейчас перегонял машину, сказал, что я ее так удачно поставила своим, что, в общем, она у меня там вся птицами обкакиная. Черт. Что-то я говорю, сегодня все не так, все не то. Тяжелый день какой-то эмоциональный, почти ничего не снимала. Надюшка приходила 2 раза, не снимала. Что-то... Бывает такое. Елочка моя уже новые веточки пускает. Маленькие-маленькие, это не шишечки, это прям веточки. Класс. Так много. Отлично. В
конце лета, я думаю, что подстригу ее, наверное, еще раз, только уже так, чуть-чуть побольше. Сделаю ее немножечко полохматее. А так, прекрасно, по-моему. За всей этой суматохой я только сейчас заметила, что у нас, оказывается, расцвела сирень. Скоро будет шашлычок. И вон наши старые решетки, кстати. Никакие, надо их выбросить уже. Хрен его знает, что получится. Почему хрен его? Ну, потому что они ниже вишен, насколько расположены. Ну, значит, они быстрее приготовятся. Их надо просто, видимо, вертеть чаще. А, если хочешь выше, то переверни. Это да, но сейчас они там снизу немножко подкопятся. Как раз здесь лезло 9 штучек, а вот там 4 штуки не влезло. Вот, если бы мы ее не взяли, то все. Ну, не все, но ели бы 9 штучек. Ну да. О, вот так вот прям, да? Да. Вот она и получается. Прикольная штука. Прикольно, только не держится нифига. Ну, так не будущая, подожди, дай приноровиться маленько. Так, вот это тоже станет. Слушай, а ты можешь принести немножко соли? Соль? Да, чтобы вот огонечек тоже. Ты колдовать собрался? Да. Соль там, в огонь там, все дела, нашептать что-нибудь. Нет, ну, чтобы угли не тушить, она же с солью. Покрошил, и все нормально. А ты не пересолишь курицу? Приподнял курицу, покрошил на огонь, поставил обратно курицу. Все, все, простите. На, колдун 80 уровня. Угу, спасибо. Не знаю, фигня какая-то. Почему фигня? Зато нет. Они там со всех сторон, нет? Ну, типа да, но так давай минут через 15 посмотрим, потому что ты их переворачиваешь, они зачастую кладутся той же самой половинкой. Ну, а ишь ты. Чё-то, по-моему, ему пофигу. Не знаю, взял мало. Ты ж душа-то щедрая, принесла соль тут. По-доброму, много. Чего? Мало соль принесла. Мало? Конечно. И видишь, какой этот, как огонь соли боится? Я еще не посолил, а он уже, опа, и все, и спрятался. Да, вот как на сковороде удобнее и щипчиками переворачивать. Действительно. И не выпадет ничего. Ну ты тут взял очередной раз, потряс, как с ней все полетело. Разные стороны. Да? Угу. Ну, смысл всякие там. Все самое вкусное улетело? Да. Нужно вот оттуда собрать. Oh, hey, you, what you gonna do? Feeling a weekend kind of mood. Don't even try staying.